Пешеходный пассажирский маршрут запустили между Москвой и Химками. Теплоход будет курсировать от причала городского округа до причала Северного речного вокзала и в обратном направлении. Время в пути 15 минут. Регулярность 2 рейса в утренний час пик и 2 вечерний. Стоимость 70 рублей. Пока маршрут запущен в тестовом режиме, он продлится до 7 сентября. Сейчас очень важно нам понять, какая будет загрузка у этого небольшого судна. Здесь пока по 12 человек только можно перевозить. Но очень важно, что мы это сделали и запустили даже в тестовом режиме. Потому что 20 лет назад последний раз отсюда отходил теплоход. Попасть на теплоход пока можно только с причала Химки, расположенного неподалеку от баскетбольного центра. В дальнейшем планируется добавить еще две остановки – у причала Маяк и Экоберега в микрорайоне Левобережный. Мне все время хотелось, чтобы здесь был речной транспорт. И, наконец, мечта сбылась. И те люди, которые даже рядом, будут очень рады, что есть такая возможность взять и приехать на речной вокзал. Если водный транспорт станет популярным у химчан, власти городского округа предусмотрят проезд по специальным картам и стрелке. Рейсы станут регулярными. Ксения Каретникова, Матвей Шинкаренко, служба новостей.